Мамуль, ты посмотри, как у меня сильно цветут ирисы, потому что я их через год обновляю. Я их выкапываю полностью и оставляю вот такие вот коротенькие бульнички. Видишь? Вот. Вот у каждого, да? Тут, наверное, не очень видно. Сейчас я к другим подойду. Вот я в прошлом году их поделила. Посмотри, как богато цветут. Вот, например, да? Вот они все в бутонах. Это другого типа будут они. Вот такие вот я оставляю коротенькие, видишь, бульнички по 5 сантиметров всего. Остальное обламывается и выбрасывается. То есть вот такую вот штучку, самую последнюю, откуда идет как раз росточек. Вот откуда росточек, вот эту вот коротенькую луковку такую мы оставляем, остальное выбрасываем. Посмотрите, сколько у меня бутонов. Вот. И вот на этом тоже. Этот уже отцвел, правда. Который Cherry Garden, он точно так же поделен весь. Если вот отсюда показать, посмотри. Вот такие коротенькие штучки я прям оставляю каждую. И они все в бутонах. Вот видишь, какие маленькие. Вот отсюда вот лучше видно. Смотри, какие маленькие. Вот, даже по 3-5 сантиметров. Самые последние штучки. Я вот в рядочек их сажаю. И они вот так вот богато цветут. Если их вообще не выкапывать и не делить, то они цвести не будут, как у вас.